Получается вкусно, как в ресторане. Сейчас мы будем обжаривать наши грибочки. Вот такие. Поскольку они маленькие, мы разделяем их на 4 части. Вот так вот. Потому что они потом ужарятся. Вот нарезали грибочки. Будем обжаривать вместе с репчатым луком. Нам понадобится одна небольшая луковица. Нарезаем ее квадратиками мелкими. Выкладываем сливочное масло. Первым обжариваем репчатый лук. Наш лучок обжарился. Добавляем туда грибочки наши. Все хорошо перемешиваем. Слегка посолим. И обжариваем их на довольно-таки большом огне. Обжарить наши грибочки нам понадобится ветчина. У меня такая домашняя с дымком. Вот. Ветчину мы тоже будем обжаривать с луком. Только сделаем ее поменьше. Она у нас тоже обжарится. Так вот. Меленько. Так вот. Понадобится немножко лука к ветчине. Вот. Вместе обжариваться. Так будет вкуснее. Вот это мы вместе обжарим. Грибочки с луком обжариваем до полной готовности. Наши грибочки обжарились. Будем обжаривать ветчину с луком. Ветчина тоже с луком обжарена. Сейчас будем готовить соус к нашему спагетти. Добавляем 35% сливки, где-то 100-150 мл. Ну, 100, скажем так. И доводим их до кипения. Понадобится еще укропчик. Нарежем укропчик. Укропа добавим к нашим сливкам. Понадобится обычный плавленый сыр. Нам где-то надо будет, скорее всего, 2 столовые ложки плавленого сыра. Сливки закипели, и теперь сюда добавляем 2 столовые ложки плавленого сыра. Хорошо растворяем в сливках и выпариваем до густой консистенции. Сейчас на этом этапе нам нужно немножко соус посолить и поперчить. Соль по вкусу добавляйте. Вот так вот. Отвариваем спагетти. Соус приготовился, загустел, сливки выпарились. Должно быть такой полугустой консистенции. Сильно не выпаривайте, иначе макароны будут сухими. Макарончики отварились. Вот они. По макаронам мы выкладываем половинку наших обжаренных грибов с луком. Вторую половинку оставляем для украшения. И также мы поступаем с ветчиной. Половинку мы складываем в наши макароны. Все перемешиваем. Дальше мы добавляем наш соус. Так. Добавляем наш соус. И все тщательно перемешиваем.
чтобы нашим соусом покрыл все макароны. Ну вот, красота. Мы будем украшать это все дело и выкладывать. Нам понадобится глубокая тарелочка. Такая. Теперь мы сейчас будем выкладывать. Оп, макароны длинные. Сейчас. На серединку макароны. Так вот. Так вот. По краям нашей тарелки мы выкладываем зеленый салат с листьями, помидорка, руккола, салат. Вот так вот выкладываем наш салатик. Дальше мы украсим нашими оставшимися грибочками сверху. Так красиво. Нашей ветчиной. Вот так. Так вот. Красим. Сверху мы еще посыпем укропчиком.